Идеальный секс по-одесски – это когда у мужа и жены одновременно болит голова. Доктор Рабинович – известный одесский сексопатолог. Григорий Исакович, у вас уже 8 детей. Вы что, так любите жену или так любите детей? Нет, я просто люблю эту работу. Сёма, говорит жена, дай мне денег, я хочу купить себе бюстгальтер. Бюстгальтер? Зачем он тебе? Тебе же нечего туда положить. Ну так что, Сёма, ведь ты же, например, носишь трусы. На большой серебряной свадьбе, на даче у Файбишевича, на берегу моря, после тостов и обильных возлияний, какая-то парочка во время танцев уединилась в одной из темных спален. Спустя некоторое время слышен из спальни ее страстный шепот в темноте. «Ах, Яша, ты еще никогда не любил меня так сильно, как сегодня. Наверное, это потому, что тут такая романтическая обстановка». «Нет, наверное, это потому, что я не Яша». «Белла Марковна, сколько вашему Изи лет?» 13. «Да, значит, аборт уже делать поздновато».